Сразу спрашивайте, не откладывайте данные потом все это забудется. Сплавляться мы будем на такой штуке, называется тараф. 8 человек будут сидеть с веслами, это гребцы. Нас всего 10, да, по-моему? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да. 2 человека будут сидеть без весел посерединке на баночках, просто пассажирами. Кто не очень хочет грести? Ну тогда мы не будем грести, Лен. Ты не будешь? Ты? Я могу. Мы будем пассажирами. Просто это нет, парни наоборот надо, чтобы погребали. Выгребать, конечно. Ну, Данил, ты пока сидишь на баночке. Назначи ты пока. Данил, ты на баночке давай. Мы постараемся. Не думайте, что если вы филоните, то это нормально. Либо гребем, вот так вот не надо делать. Вот. Совсем вам будет не трудно. То есть, надо грести-то нормально. Тогда мы попадем в тех. Еще два гребца. Можно заморться сейчас. Нет. Отличное решение. Пусть мальчики. Сюда садись. Сюда. Отдыхаем пока. Вот смотрите, первая лодка, видите, там как раскачивает на волнах. Мы несем туда. Да, мы туда же пойдем. Давайте гребем. Thank you.
Посмотрите вперед, какая волна там большая. Еще гребем, чтобы на нее попасть. Гребем, гребем вперед. Вперед. Еще гребем вперед. Орали хорошо. Еще бывает громче, да? Еще немного поработаем. Нам нужно выйти к середине реки. Наша задача, не чья-то задача, нам вон туда, где сильно булькает и раскачивает. Все, не гребем, отдыхаем. Можно помахать нашему оператору веслом. Нет, не гребем. Просто отдыхаем. Again. Слышим, слышим! Все назад гребем, все назад! Все, все, все! Нормально!
еще гребем! Еще гребем, облило! Еще гребем! Все, пока отдыхаем. Поворачивайтесь и рассказывайте свои впечатления. Висит в воздухе, да, никуда не улетает. И ветра нет, и дождь, как бы, то, что температура сразу остужается, дым. И давление. Раскручиваемся. Теперь подняли весла, покричали что-нибудь. И по воде. Раз. Подняли. И два. Подняли. И три. Теперь подняли. И можно на бортах еще всем в конце вот так вот попрыгать. Весло подайте ему. Давай сюда бегом. Я выпендривался, да? По-моему, он мне заорал и дожался. Еще догребаем до нее.
отдыхаем, можно помахать нашему оператору на берегу. Камней у нас. Чтобы на камни не налететь, слушай меня. Можно? Ну руками, если что, держись за веревку, которая впереди, чтобы не кувыркнуться вперед, да? А ты садись вперед на первую банку, вот посерединке. Нос загрузим чуть-чуть. Давайте гребем вперед. Бочка, то есть идет яма вниз, а внизу идет такая пенная обратная каша. Это называется бочка. Ну как, если бы мы зашли боком туда, тогда бы, наверное, перевернулись. Но я же здесь не зря сижу, да? Почувствовали, когда туда свалились, такой удар был, как будто врезали в стенку. Да, вот если бочки бывают мощные, в них вообще врезаешься, как будто, я не знаю, там, ну прям со всей скоростью, дым, такой резкий удар. Бывает прям очень мощная бочка. Еще, еще, еще. А теперь поднимаем весла, ударяемся ими вот здесь, вот все вместе. Вот так вот раз и по воде хлопаем. Раз. Еще раз. Два. Все, не все поняли. Три. Все, за друг-то там сидит, рулит.